анонс и дата выхода 3 и 4 серии нового российского сериала «Легенда Феррари». 3 и 4 серия сериала выйдут на телеканале НТВ 21 января в 21:00. 3 серия. Эль получает разрешение от Гаева на посещение дома Врангеля во время празднования именин его сына Пети. Яша должен обеспечить ее безопасный отход после убийства. В день торжества Эль подвергается унизительной процедуре личного досмотра, но револьвер спрятан в парке Яшей, который с товарищами ждет на баркасе со стороны моря. Эль знакомится с бароном. Она потрясена масштабом его личности и не может сделать роковой выстрел. Четвертая серия. Основываясь на координатах стоянок подводных лодок, красные готовят операцию «Перехват». Но оказывается, что стоянки не те, а подводные лодки успешно взорваны Эрмлером прямо на их глазах. Эль грозит расстрел за срыв двух операций. Ей не доверяет Ковров, сомневается в ее преданности и Яша. И только Урицкий по-прежнему верит Феррари, которой необходимо исправить все ошибки. Эль заманивает Макса в ловушку, чтобы перехватить шифровку, но Урицкий сажает ее под домашний арест. Макс приходит в себя и мчится на пристань, где его отряд уже ведет бой с красными. Макс пытается прорваться к лодкам. Динамит взрывается, Яшу отбрасывает на пристань, а Макса в море. Напомним, 3 и 4 серия сериала выйдут на телеканале НТВ 21 января. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.